در ایرپورت پکین با همراه دوستان خطایی. کرا جبک خوش آمده با پکین سای مهدی بیا شروع بوده بیا آی پو جان نسوتی بسه افتوبوس با طرف شهر بینجین حرکت میکنیم مدت قریب 6-7 ساعت مقدر هستیم از دوشنبه به اورومچی از اورومچی به پکین با سواره هستیم آجی آدیفارسی مورد نمونی سکازاش خرافا استراتای خوب ماما جون اکی عبدالروف اکی رجب اکی از خانکه باشید تاجیکستان با پیش Скаламо университете иностранных языков. Да, я изучаю русский язык в первом курсе. Надеюсь, мы сможем провести счастливое время вместе. Да, обязательно. Я говорю, учиться. Если у тебя есть вопросы, вы можете задать мне. Да. Да, пока мы в аэропорт Пекин Даксин, сейчас мы будем в университет около 2 часа. Вы можете отдыхать. Хорошо. Да, и Тяньцзин один из четырех городов центрального подчинения. И в Тяньцзине около 12 тысяч квадратных километров и около 13 тысяч миллионов животных. Да, много человек. Да, в этом пути мы есть 5 человек персонала университета. Это преподаватели Джао и это преподаватели. Сычимо.
городом. Тяньцзин – это важный город на севере Китая, известный своими динамичными, экономическими развитием и богатой культурной историей, расположена на побережье океана Бохай. И Тяньцзин предлагает множество интересных мест для посещения, поэтому завтра мы отправимся вместе на экскурсию по достопримечательности Тяньцзина, чтобы почувствовать китайскую культуру и традиции. Во-первых, мы посетим знаменитый Тяньцзин Удадао, это та есть пять великие улицы в Тяньцзине, где вы будете красивые архитектурные ансамбли колониальной эпохи, а также множество магазинов и ресторанов. Затем мы побываем в старой культурной. Мы побываем в старой культурной улице, где вы будете чувствовать такую атмосферу старинного Китая. Здесь можно купить сувениры и попробовать китайские блюда и познакомиться с народными ремеслами. Это все. Спасибо за большое внимание. Надеюсь, пожелаю вам приятного времени и плодотворной подковки. Можно
Нужно, можно написать. Не, не написать. А, может, сама? Согласна? Нет, давайте. Здравствуйте, наука.